зря согласились. Ну, что получилось, что вышло, то вышло. А кто принимал это решение вообще? То есть как-то кто-то из штабов? Ну, предложили участие тех, кто согласились. Могилевский рандом, да? Да. Сейчас поменяли Могилевский рандом. Но в отличие от рандона, Паша, я считаю, немножко перегорел. Видел. От избытка желания. Отсутствие основного вратаря сказалось на... Ну, наверное, в какой-то степени, да, но я, в принципе, не Нестеренко. Он же доволен. Ну, Нестеренко сыграл нормально. Мы его поддержим в любом случае. Ну, понятно, что не можете предъявить претензии. Один сейф его был великолепный. Да, не можете предъявить. Он достал тяжелейший мяч, это уже... От удара Тимощука, да? Очень классный, я думаю. А вот то, что это удаление несправедливое, да еще и совершенное питерским арбитром, не наводит на какие-то заговоры? Я так далеко никаких заговоров тут я не ищу. Ошибся судья, как игроки тоже ошибаются, так как и тренера ошибаются. Ошибся, ну удалили. По пенальти у вас есть какие-то вопросы по сегодня? Я не смотрел подробно. Ну а конечно, скамейки, есть, как конечно, он показал? Конечно, потому что мне казалось, что первый пенальти Бербели падал заранее, то есть он занимал позицию на поле в подхате. То есть он не сбивал ног. Наткнуться на ноги — это еще не фол. Понимаете? Если он сбил ноги, это другое дело. А если он укладывался на газон, а игрок обнимает ноги, споткнулся, здесь не всегда пенальти. А второй момент? Который я не видел издалека, потому что, ну, ясно, что наш игрок говорит, что он там нет, что там больше было картинного падения. Ну, что толку разбирать, если до такой ситуации допустил игрок. Ну, шага не хватило, поздно среагировал. О чем мы предупреждали, но не всегда же срабатывает. Вот такие поражения очень сильно скажутся на команде, которая, в принципе, уже серьезных турнирных задач в этом чемпионате не имеет. Знаете, такие поражения, они всегда больно, тяжело переживаются. Тем более был момент во втором тайме, когда казалось бы, что мы можем из 2-1 сделать 2-2. Но непонятные потери мяча, обернулась контратака, но это уже детали. В целом, знаете, я ребятам скажу, что за основу надо взять вот тот кусочек второго тайма. Потому что то сонное какое-то состояние, глубокой обороны в первом тайме, оно я не оправдало. Потому что оборонялись, а в атаку выходить не спешили, скажем так. Какая-то скованность была не свойственна. Не знаю, я не допускаю мысли, что давлел какой-то. Вау, вот это «Зенит». Нет. Наверное, надо спокойно покопаться, поговорить с ребятами, что в этой ситуации помешало. Мы впервые постарались внести коррективы. То есть разбудили чуть-чуть. Вроде и борьба за инициативу, просто с переменным успехом. Но, знаете, вот это вот, что тебе говорить, организованная сами себе контратака, когда владели мячом на чужой плане поля, включили там 2-1. Обрез, побежали. Мы допускали, что зажила отыграться, невольно ты будешь раскрываться, потому что ты растягиваешь построение в команде. И Зенит как-то воспользовался. Так, ну, в принципе, получилось. Ну, сидеть при 0-2 и ждать конца свистка при счете 0-2, ну, 0-3, ну, где-то 1-3. Ну, конечно, это, зная итоговый результат, более почетно. Но мы все-таки сторонники были постараться отыграться. А после сегодняшнего матча вы все еще хотите оставить у себя Павла Могилевского? Конечно. Что же вы сразу по одному матчу это самое в расход пускаете? Он такой убитый был, вы хоть его поддержали как-то после игры? Нормально сыграл. Убитый? Реанимируем, ничего страшного. Он просто перегорел. Я допускал такую мысль, но я даже менять не стал. Пусть хлебнет до конца этого дела. Выход Рандона на поле, вы лично были за или против вот этого решения, которое было принято? Я не против. Почему? Игрока, ну, раз игрок стал полноправным игроком другой команды, здесь только не было каких-то договоренностей, а договоренности определенные были, ну, пошли навстречу друг другу. Я тут не вижу ничего. А если бы Рандон играл сегодня за Рубин, везли бы очки? Знаете, не буду на экран говорить шутку одну про дедушку и про бабушку. Понятно. Очень много здесь от партнеров.
Понимаете, нападающий классный, он лучше раскрывается при более классных исполнителях, подносчик снарядов. Ну, надо признать, что в данном компоненте на любой позиции «Зенит» более качественно предстал. Не хочу сказать, что мы этого не можем. Но, наверное, на данном этапе очень много от психологии еще зависит. Если люди на определенные уровни верят в свои силы, играют, а чуть выше шагают и как-то отвыкли от этого, ну, надо к ним вернуть. Такие поражения нужно пережить, держать удар и вставать с плинтуса. Знаешь, Эрич, вот говорили о форме, Марк Андреевич, который матч уже проводит довольно средний, много чего не получается, как оценивается, с чем связано? Я оцениваю с тем, что у него нет базовой функциональной подготовки, той, которая требуется.